Всем привет, новый день, новый видос. Начинаем мы уже саму брусчатку. Обед. Здесь уже готовятся стелить полы. Гараж, кстати, тоже мы подготавливали. Поставлю маленький отрывок видео, как мы подготавливали гараж. Вот такой вот хаотичный процесс, ребята. Никакого здесь нету. Мошенничество. Никакого мошенничества, ребята. Все идешь, чистенько кладешь. Ну, я смотрю там, что я там давно не пользовал, допустим, большой. Поставил большой. Потом такой, потом квадратик. Ну, короче, так, на глаз. Мишаня подрезает там. Я сейчас сюда вот уже подсыплю. Трамбовали мы, наверное, разов. Если не соврать, 5. Здесь у меня немножко в гору идет, чтобы к ступенька у нас чуть выше. А так все по левелу склоном туда. Получается сюда и туда. Покажу кое-что еще. Короче, в понедельник лил дождь. Очень сильно. В пятницу лил дождь. Сегодня светит солнышко. Небольшой ветерок. Ну, здесь, чтобы не было ветра, это вообще просто удача. И в очень дождливую погоду мы забабахали вот эти ступеньки. Поставлю отрывок вам видео, как мы ставили. Я тут сильно не снимал, так. Это то, на чем будет держаться первая ступенька. Мы ее забетонируем. На этом камне. Пробовали здесь. Жижа. Трамбуется, не трамбуется. На камень зацепим первую ступеньку, а остальные пойдут уже замечательно. Забили еще кучу арматуры вокруг этого камня. Было бы неплохо в него насверлить, но я думаю, пойдет и так. Все выходные дождя почти не было. Вот понедельник, все нормально. А почему бы и нет, да? С доставкой. Заодно искупнуться можно. Почему на одну ступеньку выше, мы хотели ниже?
Но там, получается, жижа не трамбуется. И мы, короче, нашли там камень и забетонировали первую ступеньку на камне с арматурой. Поэтому, но как бы, получается, чуть-чуть уже пляжный склон начинается. Ну, ничего страшного, как бы, все равно ступеньки есть. Здесь зацепиться песочком, все. Здесь песка очень много, поэтому пляж такой, со спуском немножко. Какие-то тут бобры гуляют, утки. Я говорил хозяину, я говорю, зачем тебе там ступеньки? Здесь есть у тебя ступеньки, да, они узкие, конечно, непонятного размера, все без правил сделано. Здесь нормально мы положили, но он сказал, что нет. Раз я уже заплатил за те, ну, он еще не заплатил, ну, заплатит. Делайте. Поблагодарил нас, что мы ему оставили солнышко вот это, говорит, внучка делала. Так что так, идет пока. Может быть, какой-то другой молоток надо взять? Чем не молоток? В общем, здесь у нас алюминиевый край. И сейчас покажу, где этот. Где этот? 10,5. И здесь будет идти вот так. Чуть-чуть другого цвета, серенький. Боженька балует нас. Как вам такой прогресс? И закат такой. Как не посмотришь, Мика все колупает. Потому что ты Микеланджело. Микаил Анджело. Так что давай, колупай. Пока колупатор не сломался. Здесь, короче, целую трубку не хотели резать, на косу ее положили. Ну, нормально получилось. Че? Что-то ты лоханулся вообще. Нормалек. А если молоточком зайдет? Здесь надо колупать чуть-чуть вниз. Здесь, короче, бортик делаем с серенького камушка. С алюминиевой стапором, или как он там называется, не знаю. О! Микеланджело колупает. А у нас осталось чуть-чуть, но походу мы не закончим, потому что одного размера уже нет. А у нас 4 размера. Да. Так что вот так, ребятки. Короче, не успели закончить. Получается, остались только квадраты и совсем маленькие 2 штучки этих. Ну, этих вообще-то полным. И вот столько не хватило. Ну, короче, получается, на одном паллете 3 размера. И на другом паллете другой размер. Получается, нужно покупать их тогда 3 к 1. Получается, 3 паллета этих и один этот. Тогда будет совпадать, потому что здесь одинаковое количество скверфитов, а формы разные. Так что так. Завтра прикрутим резинку назад. Сделаем уже, пройдемся, уплотним, потому что они там чуть-чууть один выше, другой ниже. Ну, не так сильно, но есть. Сегодня хоть и не мокро, но уже холодно. Вот что бывает, когда кладешь камень не на оригинальную землю. Дело в том, что здесь, в этом месте, мы проводили канализационную трубу. И мы даже трамбовали все. Но почему-то после дождей, как вы видите, вот здесь мы тоже копали. И вот это место все до угла село. А тут село и пришлось разбирать. Получается, низ сел, верх был ровный, потому что клей, вот Миха пытается, на мерзлые блоки клеили, и приходится зубилом рубить, и они все вот просто ломаются, что они не отрываются вообще. Вот он бьет. Ну. Нет? О, отколол. Целый, кстати. А? Целый, кстати. Может, куда-нибудь пригодится. Может быть. А, клей, конечно, жестко держит. В общем, разбираем здесь.
и переделываем. Я не знаю, получится ли переделать, потому что жижа, как ее трамбанешь. Вообще, по идее было бы правильно пустить ее вот так и в угол дома. И здесь оригинальная земля, здесь ничего не проседало. А вот это место, оно... Мы даже не хотели сильно трамбовать, потому что там трубы идут. В общем, подготавливаем здесь вот эту площадку под брусчатку. Площадку под брусчатку. А вообще, лучше на оригинальной земле это делать. Это уже столько разобрали. Вообще, здесь две проблемы. Точнее, три. Первое, то, что здесь была нетрамбованная земля, и она села на сантиметр. Ну, значит, может и дальше. Вторая проблема, мы здесь, не знаю, не обговорили с билдером, но он говорит, что он говорил, что в этом месте будет идти ливневка. Так. По идее, мы могли бы ее туда наверх пустить с уклоном как-то и сюда потом. Но теперь мы можем ее здесь пустить. Третья проблема, то, что пришел инспектор по септику, по вот этой канализационной вот системе ерундовой. И он сказал, что вот эта стенка не должна лежать на вот этом вот, он получается квадратный такой здоровый бетонный ящик. И он говорит, она не должна стоять на бетонном ящике. Поэтому будем, наверное, сейчас звонить билдеру и уговаривать его пустить стенку вот здесь прямо. И тогда будет вообще меньше проблем. Во-первых, меньше делать брусчатки, но опять-таки это не проблема. И она не будет садиться здесь, что мы здесь не копали. Вот здесь асфальт, а здесь я стою как на болоте. Оп. Давай. Тут нельзя вообще ничего строить. Да. Я предлагаю звонить Тимке и сказать ему, что... Кстати, да, что этот приходил инспектор, он тоже сказал, что стенка не должна быть на септике. Я вообще предлагаю убрать вот этот вот поворот и просто в угол, да. Других вариантов нет, а это надо засыпать, здесь ничего не застроить. Либо копать до самых труб и засыпать вот этой щебенкой вокруг труб. Каких труб? Которые там, которые... Где же трубы идут? Мы же здесь копали. Ну да, я помню. Засыпать вот этой щебенкой, полностью трамбовать все вокруг труб, и трамбовать все, и тогда она будет держаться. А так сверху на земле она не будет держаться. Это все экстра. Ребята, напишите, это вообще легально? Это уже не ко мне. Пускай сразу правильно заливают. Вау. Короче... Эти бетоны, санатубы у нас называются, их залили сильно высоко. И камушек, который мы будем класть, брусчатка, он прям, где эти санатубы. А они хотят, чтобы мы до самого столба сделали. Хотя я им говорил, ребята, просто обворачивайте столб шире камушком, красиво. Короче, сказали нет, мы, может быть, не будем обворачивать, пусть так. Где твой микрофон? Микрофон, он мне не нравится. Ждать не может. Хотя эти столбы ничего не держат. Они только держат вот эту часть. Да, но... Крыша не держит, ничего не держит. Здесь, короче, мы, наверное, не будем класть уже стенку. Надо будет переделать здесь. А я кладу... О, какой крутой у нас. Периди. Это. Ну, все ж на нем хотят заработать, почему бы нет? Кроме нас. Ну, что скажу вам. Что-то получается. Осталось подрезать и все. Это... Дело в том, что дядя Леша, его, конечно, отговорили, но надо было все-таки взять. Мы собираемся здесь специальным песочком засыпать, эпоксидным. То есть его засыпаешь, он 24 часа. Его водой, да, надо поливать? Да. Короче, засыпаешь эпоксидным песочком. Потом, короче, заливаешь водой. И 24 часа, но нельзя, чтобы был мороз. А у нас каждое утро мороз. Каждую ночь? Каждую ночь, да. Ну, короче, я думаю, мы что сделаем. Я вот так вот, как homeless person. Я думаю, мы просто
Что мы сделаем? Да что такое? Голова квадратная и шапка не сидит. Мы, короче, специальное одеяло есть. Мы на бетонах стелим. И я думаю, мы когда сделаем эпоксидку, мы, короче, застелим их. Нам надо лишь бы, чтобы overnight ночью простояло. И тогда мы сможем потом убрать. Днем солнышко на этой неделе, поэтому будем так делать. Ну а здесь, вон даже видно, можно рыбу разглядеть. Здесь можно сейчас сесть на водный мотоцикл. Как дать вообще штиль? Ни волнышки, ни витриночки. Вообще гладь. Вон какая красота. Отражение видно. Вот так вот мы работаем, ребята. Кто-то лазит у меня в траке. А, это Леха. Что, хочешь посмотреть? Да нет, еще работаю. Ребята, напишите, как вы считаете, нужно сначала сыпать песок, потом трамбовать. Либо трамбовать, потом сыпать, а потом трамбовать. Пока не напишут, ты уже сделаешь. Ну, я, наверное, да. Я, наверное, сейчас трамбану. А завтра мы насыпем эту эпоксидку и еще раз трамбанем. Так что очищаем от камушка. Поставили резинку. Все работает, да? Чтобы не царапался. Кто занимается брусчаткой, напишите, что думаете по поводу нашей работы. Стоит нас еще раз нанимать или нет? 5 минут полет нормальный. Повороты, конечно, жесть. Серега добывает золото. Как это игра такая? Дети играют. Крафт, Майнкрафт или не Майнкрафт? Короче, какая-то игра. Надо сына позвать, он же в этом профессионал. Когда экскаватор стоит, отдыхает. Мы копаем вручную. Когда мы работаем, он отдыхает. Когда он отдыхает, не работает. Да нет, здесь просто никак его не загнать. Сильно большой он сюда. Если здесь встать, то не смогу копать. Если только отсюда как-то. В принципе, не сильно много. Ну, своего экскаватора нету. Смотрю одного ютубера. Он, короче, говорит: соберу 100 тысяч подписчиков, тогда, говорит, заведу там какой-то трактор или еще что-то. Смотрю, он тоже говорит, там металл собирает, говорит, соберу 100 тысяч подписчиков, как тот ютубер. Придется, говорит, потом, говорит, мучиться, говорит, обещания исполнять. Я тоже, короче, взял этот челлендж. Ребята, соберем 100 тысяч подписчиков, купим экскаватор, давайте. Ой, подписчиков, не подписчиков, 100 тысяч лайков. Давайте, 100 тысяч лайков, и мы купим экскаватор. А здесь ребята асфальт кладут сегодня. Прикольный аппарат. Сыпешь туда асфальт и все, а дальше уже ровно сыпется. Вот это вещь. Походу здесь тоже у нас мягкая земля. Получается, вот эта труба, это канализация, которая с дома идет. И она, судя по всему, проходит вот здесь. И вот в этом месте, где Мишаня бьет, мы уже 3 ведра, вон тех желтых, камней гробили. Потом целую гору вот этого вот туда ушатали. Че, играет все равно? Еще камни, еще щебень, короче, туда все уходит. Потом мы сделали его, здесь вообще... Ну да, она вообще шаталась сейчас. Так, ребята, взяли еще 3 палета и взяли вот эту эпоксидный песок. Оказывается, у них есть, который можно с 0 градусов
Сначала они нам сказали, что нельзя, потому что он не застынет, если холодно. Хотя мы одеяло собирались сверху стелить специальный, но узнали, вот менеджер пришел, говорит, я вам другие дам. Тоже черный, тоже эпоксидный, но от нуля можно. Но мы все равно одеяло постелим, так что сейчас засыпем. В общем, ребята, первый насыпал 3 мешка. Должно быть, по идее, 2 мешка на палет. У нас здесь 1,5 палета. Поэтому высыпал черного этого. А? А вы там музицируете, кайфуете? А, it's okay, я думаю, не будет ничего, страйков. В общем, эпоксидку. Ее надо на сухое, и чтобы почти 48 часов не было влаги. Ну, после того, как я намочу, она застынет. Потом уже нельзя, чтобы был дождь или еще что-то. И мороз. В общем, положил мешок сверху, чтобы вес, что-то какой-то легкий этот компактор. Я сначала думал Леху посадить, но он что-то не оценил преимущество. Ну, короче, мешок сделал. Сейчас еще насыпаю, разметаю и еще компактую. Все очень просто, ребята. А там вон рыбачок рыбачит. Мама! Моя мама уже умерла. Я YouTube, можно сказать, ребята, ради нее начал. Потому что она в России жила, а я здесь. Смотрела она на сына своего блудного. Уже не смотрит. Короче, сейчас самое, как сказать, самый ответственный момент. Там, да, это же эпоксидка, там надо, короче, 15 секунд побрызгать. Потом сразу, где-то 200 скюльфит максимум. Потом сразу же еще, ну да, потом сразу же еще за 30 секунд побрызгать. Сначала в сторону сделай, как ты хочешь. Я не знаю, сколько, много надо, мало? Не надо много.
По краям везде попало? Ну, вроде бы, да. Окей. А там что-то слабенько. Опанок, еще раз. Видишь, где полоска мокрая была? Смотри. Она уже, короче, она вообще должна быть идеально сухая. Серьезно? Да, потому что если там чуть-чуть капельки, она вот, видишь, смотри, когда я тарп стягивал. Угу. Хоть криво, совсем. Угу. Оттуда вообще видно. Короче, побольше только, 30 секунд прям. Там мало, поэтому туда побольше сделай. Ну чё, все, короче. В общем, ребята, так получилось. Теперь 48 часов должна сохнуть без дождя, без лишней воды. Ну, красиво, красиво, красиво. Можно, кстати, спрыснуть потом каким-нибудь силером, таким, как, чтобы она как будто оказалась мокренькая всегда. Ну, это если уже захотят. Да, это такой продукт, его надо правильно все сделать. Ну, мы на ночь накроем этим. Там написано, что должно быть от нуля и выше, чтобы ниже не было минус. Так, прошел час. И она уже схватилась. Высохнет и будет красота неписаная. А мы пойдем дальше работать, ребятки, там. Подготавливать. Принков систему проводим, чтобы потом не делать. Да, Серега? Че говоришь, мальчишка? Сыграешь только в футбол, а потом подумал, если он возьмет мяч, его не догонишь на поле. Его не догонишь. Помнишь, как он в озеро бежал? Просто метеор. Три топора. Все, старичок, Бобик старичок. Ребята, трамбуем. Идеальный левел пытаемся сделать. Я не претендую, что у нас получается, но вроде получается. Здесь, правда, надо еще поработать. У нас тут, как его, National Geographic. Смотри, сожрал. Сожрал, да? Сожрал, да, рыбу. Ты это рыбак. Я запил, понял, да? Ну а что, рыбка всегда на сустяк давит. Ну да. Окей, ладно. Натягиваем веревочку по кирпичикам, а трубки уже по веревочке. В общем, склон от дома в ту сторону и между собой. По идее, должен быть уровень. По-английски level. То я иногда говорю level и забываю, что это уровень по-русски. Некоторые слова здесь так прилипают, что не заменяешь их. А у нас вот такая пятница. Вроде бы последняя на этой неделе такая. Потом идут дожди. И проблема в том, что когда дождь, нельзя сыпать вот эту эпоксидку. Потому что мы вон там, когда я снимал эти одеяла, и там маленькая струйка воды была, ну я думал, что там, она сейчас высохнет. Она высохла, но все равно на камушке была как бы влажность. И она так, полосочка осталась. В общем, чтобы сделать вот эту, мы вот так вчера накрыли, чтобы не замерзло. Чтобы сделать вот эту вот эрию, $250 ушло на этот песок. Мы поняли, что это не сильно выгодно. И эти, кто продает, они сказали, что если ты делаешь зимой, то лучше насыпать песком обычным. Первый слой трамбануть, она же проваливается после первого слоя.
сдуть лишнее и оставить. А потом, когда будут теплые денечки или что-то, сухие денечки, можно будет и эпоксидным засыпать. И так сэкономишь, потому что первый слой, он все равно надо туда вниз падает, между щелей. А щели там такие здоровые, они как бы, ну, такой стиль камня. Сильно дорого выходит, поэтому мы решили так. Мы сначала все заложим здесь, всю эту территорию. И привезем песка в мешочках такого игрового. И засыпем им, трамбанем, лишнее сдуем. И когда будут теплые денечки, мы, короче, засыпем эпоксидкой. Так будет и дешевле, и, ну, и правильно. Я порой забываю, что меня могут люди начать смотреть прямо с этого видоса. Я просто напомню, кто включил и в первый раз увидел именно этот видос, то это уже четвертый видос, а именно об этом объекте. Поэтому, если вам интересно об этом объекте посмотреть видос, сначала вернитесь, посмотрите три предыдущих, будет еще впереди два. Так что вот так этот, какой, четвертый, по-моему, да. Дна берешь, то она и песок берет, и какие-то камни, землю. Ну я нельзя, я взял сейчас чуть-чуть выше взял. Короче, погнали. Клеим, ребята, на вот такой клей. Который фиг оторвешь. Да, мы, когда застынет. Мы поняли, что он просто мощь. Получается, когда мы переделывали вот эту стенку, которая вот здесь шла, которую нельзя было, по двум причинам. Она шла вот так, сюда, потом так, по трем даже причинам. Первая причина, я уже объяснял, нельзя на этих тенк, вот этот вот, который... Бочка вот эта вот, чтобы на нем стояла стенка, нельзя. Септик, да, это одна причина. Вторая причина, что она начала садиться здесь, потому что здесь не трамбанешь, потому что там идут трубы. И мы ее переделали. И еще одна причина, он хочет здесь пускать, как оно называется? А, ливневка, короче, да. Пришлось сделать паузу, подумать. Короче, ливневку, да. И мы, короче, стенку сделали здесь. И когда мы отрывали, потому что мы пользовали вот этот клей, оно отрывается с цементом. Вот здесь пользовались другого магазина, дешевый клей, он легко отрывался. А где вот этот, для бетона, он не отрывался вообще. Вот. И либо отсюда отрывается, либо отсюда отрывается. Хотя его клеишь на... мороженую и мокрую поверхность. И он клеится вот. Поначалу его клеишь, он как будто не прилипает, а потом со временем вот так вот он кусками отрывается, и все. Вот такой вот клей мощный. Мы даже не ожидали. А я вот начал здесь, пока встал, жду Леху, чтобы он еще вот таких трубочек привез, чтобы можно было саду в ту сторону идти. Потому что до краев доходишь и все.
А в одну сторону идти ими нежелательно, и надо как бы идти так в разные стороны, иначе будут проблемы. Оно хоть и хаотично, но у нее свои правила есть все равно, я уже это понял. Мы дойдем до сюда, можно будет в ту сторону идти. В общем, мы свой лазер не нашли, и Леха купил такой, хотя мы хотели деволтовский. Леха. Я думаю, мы попробуем. Деволтовский, чем лучше, что он на батарейке деволтовской, а этот на простых батарейках. Ты взял батарейки? Нет, не взял. А что ты взял? Ты можешь снять. Она приклеена. Короче, если нам не понравится, мы его сдадим. Батареек по-любому, скорее всего, нет. Капец, они орут. Ну, купили специально зеленый, чтобы днем было видно эту... О, батарейки. Повезло вам. В общем, купили такой же, какой и был. Не знаю, нет, где тот делся. Но тот красный был. Этот. Смотри, чувак, купи, тот, который, как у нас был, он стоит всего лишь 120 или 130 долларов. Это 220. Это 220. Это посмотрим. Вот это рыбак. Мишаня, видел, сколько у него удочек? В общем, это. Испытываем зеленый лазер. Мы для чего зеленый взяли, чтобы днем было видно. Посмотрим, посмотрим, если это так. Вставляем. Ое, я уже вижу. А это что за кнопка? Я уже вижу, ребята. Ое, вот, кто не видит. Зеленая полосочка. Вот то, что нам и надо. Еп, видно. Зеленую полоску видно, ну хотя расстояние маленькое. Хотели мы, конечно, деволтовский, ну не потому, что мы так вот Bosch не любим. Потому что деволтовский мы хотели, чтобы пользовать наши батарейки. А этот на обычных пальчиковых. А мы думали, чтобы раз снять и, ну, посмотрим. Все время у нас проблемы с батарейками. То нету их, то надо ехать покупать. Уже темнеет. Вот так вот, короче, сделали. Дошли до этой стенки, дошли до края, кинули эту железку. Здесь будут вот эти серенькие, вот так. И сделали эту. Ну, вот здесь к ступенькам вообще классно получилось. Закончили эти края. Щемен. Поставили эти caution line, чтобы не лазили, потому что если на край наступаешь, она как бы, ну, нежелательно на край наступать, ну, чтобы вообще не ходили здесь, пока песок не положим. Здесь сделали вот эту, это как, здесь идет канализация, и если что вдруг забьется, чтобы прочищать через отсюда. Ну, вообще, это не обязательно, ну, это можно было бы не делать, но по правилам заставляют делать, от дома какое-то расстояние там. В общем, здесь закончили эту. Здесь прибили эту железочку, и до нее будет доходить. Так что вот так сделали, наверное, где-то процентов 20. Ну, смотрится как будто половина, но если учесть всю эту резню там, ну ладно, 35. Так что так, сегодня пятница, уже до понедельника, ребята. А дождик пошел.
Ну, Лёха, мы так чисто помогали ему. В общем, вот такой вот. Вот это, конечно, не знаю. Изгибы не очень красиво, красиво, но... Вот такой вот прогресс, ребята. Одеваем резину на... Оказывается, называется Blade Compactor. Дабы сэкономить немножечко. Вот, Play Sand, детским игровым песочком. Этот $8, а тот 45 за мешок. Да. А потом сверху уже сделаем тем, который эпоксидный. Потому что 45 баксов за мешок. Нам туда ушло 3 мешка почти. Или 3 мешка. 3,5. 3,5, да. И поэтому это нереально. Нереально. Здесь будет больше штуки, если так подумать. Ну, да. Это капец. Только на песочек. Только на песок штуку баксов. Это нереально. Ладно. Там, кстати, надо посмотреть, как получилось. Ое. Ну-ка, проверим, как оно. Крепко. Ух ты, правда, крепко. Как будто с резиной. Сыпем песочек, трамбуем. Вот это, кстати, прикольный... край Edge такой вот. Лёха! Алюминиевый идет. И они соединяются вот такими вот такими штуками вставляются. Короче, как-то так. Вот так, вот так вставляется. Это вставляется. Во, вставляется. Во. И все, и следующее в нее. Взяли игрового песочка. Стоп! Стоп! Вот дурика. Будем это играть в песочнице. Нам так посоветовали в том магазине, где мы покупаем материал, вот эти блоки, все. Они сказали, что так, во-первых, сэкономить можно. Во-вторых, нормально, так можно делать. Точнее, это во-первых, а во-вторых, сэкономить. Взял 7 мешков, это нам сэкономит, наверное, почти 200 баксов. А пока Мишаня отвозит песочек, я вам, ребята, кое-что покажу. Много раз задавали мне вопрос по поводу того, что мы блоки неправильной стороной кладем, то они там на палате лежат правильно, а вы их переворачиваете. О том, что эти пустоты, они сделаны для раствора. Ребят, никакого раствора у нас не используют для установки вот этих вот блоков. Они кладутся просто один на другой. И вот этот зуб, вот, он идет на первый блок. Получается, кладешь первый блок, второй идет, конечно же, в... Как кирпич надо делать. Второй идет на него вот так. Зубом цепляется. Можно делать клей. У нас есть специальный клей. Мы делаем верхний, ну, потому что их легко сдвинуть в ту сторону. И мы делаем клей, потому что,
ну, мы хотим. Его можно даже не делать. И вот эти крышки, ребята, даже многие не делают. Просто вот так вверх, и все. Вот для этого он как бы такой гладкий, чтобы красиво хотя бы более-менее смотрелось. Но мы как бы мы делаем крышки. Это одно. Второе. Вот эти вот ямки, это не для раствора, ребят. Это для того, чтобы его хоть немного облегчить. Он тяжелый. И это немножечко облегчает его. На силу и крепкость это не влияет. Правда, когда хочется отколоть не посередине, а сбоку, у тебя этой возможности нет. Можно только посередине колоть. Так что вот так. Вот такой вот вопрос мне все время задают, что мы неправильно кладем. Нет, ребят, ну неужели вы думаете, что мы настолько, что мы не можем правильно блоки положить? И не мы это придумали, а так оно как бы и есть. Есть мы как-то было так, кусочки, уголочки переворачивали ногами. Это не... Ничего такого здесь нет. Мы закрываемся крышкой, то можно перевернуть, но это не нужно. Для чего эти ямки кверху? Чтобы вода в них стояла или что? Это не для этого. Вот эти прорези для других блоков. Специальная машинка, она колет вот так. Прям поэтому. И то уже другой вид камня. У него просто вот так отколото. Это специальный вот как бы universal сделан. Второй вопрос был такой, что мы вот эти вот крышки неправильно кладем на поворотах. Зачем мы их переворачиваем, если у них специальный уже этот угол? Ребята, этот угол, он, если мы их не будем переворачивать, вот так вот идет прямо. Ты переворачиваешь, чтобы идти прямо. А если ты хочешь повернуть, как вы предполагаете, то нужно просто повернуть блок. Да, можно, если у тебя вот такой радиус, вот такой агрессивный радиус. Когда у тебя небольшой поворот, вот таким способом никогда не сделаешь. Надо каждый резать, ребят. Тут уж ничего не поделаешь. Вот, чтобы идти прямо, ты их переворачиваешь. А чтобы поворачивать, все равно приходится переворачивать, потому что у них градус, вот, это все резанные. Чтобы чуть-чуть повернуть, все равно надо резать. Так что вот так, ребята, все мы делаем правильно. И не потому, что мы такие умные, а потому что так надо, и не мы это придумали. Я даже не поленился, зашел, посмотрел. Получается 6 метров на 1,5-2 метра стенка выдерживает 20 тонн давления земли. Не знаю, что это значит, но написано так, что даже без клея, без раствора она выдерживает 20 тонн давления земли, американских тонн. Это немножечко там другой размер. Вчера мы насыпали песка, 6 мешков ушло, и 4? 4 было. А, 4. Это надо долбануть, смотри, торчит чуть-чуть. Компактор его не опустил. И 4 мешка, и тем самым мы сэкономили 140 баксов, что ли, Леха сказал. 130 баксов. Так что вот так. Да, вот здесь на поворотах, конечно, не сильно красиво, потому что по-другому. Можно их зарезать, но это уже не то. Вот за что я говорил. По-любому приходится переворачивать и каждый подрезать, чтобы повернуть. Ничто ты не сделаешь. Ты не сможешь просто их переворачивать и подрезать. То есть переворачивать просто вот так. Будет поворот вот такой. Мы уже процентов 70, наверное, сделали. Да, сегодня закончим. Сейчас я поехал за песком, а Леха поехал за палетами вот этого вот материала. Я все не сдаюсь. Ребята, которые удивляются, что почему без раствора. Ребят, куда вы собрались раствор запихивать? Между вот этих швов или между этих швов? Куда вы хотите раствор запихать? И что это будет? Это уже будет кирпичная кладка. Это одно. Второе, я вам скажу точно. Вы в каком веке находитесь? Какой раствор? Вы что? Сейчас клей намного прочнее любого раствора.
Вот. Это клей, ребята. Раствор так никогда в жизни держать не будет. Так что забудьте про раствор. Если уж хотите полностью все блоки, чтобы были приклеены, клейте на клей. Он не дешевый, но держит он, будь здоров. Но пользовали мы вот такой клей. И вот этот клей и есть, который вообще не отклеивается от блоков. Но как-то лень было заехать в магазин и взять вот этот. Мы взяли другой из Home Depot клей. Он такой белый. Вы видели, мы белым как-то делали. Вот этот вот, он коричневый. Вот его видно. Вот такой коричневый клей. И он кажется, как будто плохо приклеивается на блоке. Ты его мажешь, мажешь, он не приклеивается. Вот такой. А тот, который белый, он так классно кладется. Но я вам скажу, что тот белый вообще не приклеивает почти блоки. Мы уже несколько переклеивали, особенно вот вон там, когда на мокрую, на холодную шло, мы его переклеивали. А вот этот, ребята, уже не переклеишь, все. Этот блок будет разбивать, выкидываешь и все. Потому что это мощный клей, мы даже сами не ожидали, насколько он мощный. Здесь вот квадробер Михаил, еще квадробер Алексей сейчас подъедет. И мы будем дальше. Не, оно классно, когда много пишут, много комментов. Просто когда одно и то же, уже хочется ответить как бы сразу всем. Короче, пока светит нам солнышко и не льет дождь, мы уже делаем эпоксидочку. Вот так она выглядит. Блестит. Блестит, да? Это когда закрываешь фокус, видно, что там блестит. Эпоксидочка. Ну и заметаешь вот так. Все, старайся высоко не поднимать, чтобы не сдувал этот скрепляющий элемент. Ну и ветер опять сильный. А сегодня вечером накроем специальными одеялками, чтобы не замерзло. Мы же все нож с водой делаем. Там уже сняли. Мешок стоит 45 баксов. Все, ребята, засыпал, мочим. И уже это будет часть готова. Так что так. Красота. Даже эти прикольно повороты получились. Ну все. Осталось ждать, пока засохнет. Сейчас покажу вам, как оно выглядит. Этот состав. Как резина. Такой вот каучук. А тут нам осталось совсем немного. Вот здесь на этом фаерплейсе вот так застыло. Твердая такая стала, как асфальт. Не прокалывается. Ну, значит, гуд. Ого, вот здесь видно. Знаете, на что похоже? На шингл, с которого вот на крышах делается что-то типа такого. Я не удивлюсь, если это оно есть. Если лежали одеяла вот так, и они, вода стекала, и под ним вода была. Мы вот убрали, сейчас высохнет, посмотрим. После этого дождя. По идее, вода должна вот туда уходить. Ветрюган, но лучше такое, чем дождь. На финишной прямой, но мы сегодня не успеем, я так понял. Мы успеем заложить, но
успеем отрезать и ставить у кончочки. Да куда делаем? Потом это. Хоть ветра нет сегодня и тепло. И луна светит. Следующее утро! Льет дождь, но мы не сдаемся. Да ты чё? Мы решили весь спритер вот песочками. Ну, песочек сделаем, потом будем копать спритер. Вот так получилось, ребята. Убрали сейчас то, что одеяло накрывали, они дождь был, сверху вода была, когда убирали. Такие у нас облака, ребята. Вау. В общем, в следующем видео будем делать спринкл систему поливочную. Так что всем спасибо. Ну-ка, каждый по слову. Всем пока. Всем пока. Счастливо оставаться. Короче, смотрите продолжение. Походу здесь еще один видос будет здесь. Про спринкл-систему, ребята. Да, так и будет. Всем пока.